Всем привет! С вами Антон Крашенинников, и сегодня разбор песни «Идиллия» группы «Чиж». Как всегда, вначале сыграю проигрыш, спою куплет, и затем приступим к разбору. Итак, начнем с проигрыша флажолетами. Седьмой лад звучат четвертая, третья и вторая струны. Четвертая, третья, вторая, вторая, третья, четвертая. Дальше на двенадцатом ладе. Третья, вторая. На седьмом вторая. Что получается? Я делаю гриф на себя чуть-чуть, меняя высоту звука. Еще один раз. Четвертая, третья, вторая. Вторая, третья, четвертая. Здесь одновременно вторую и третью на 12-м ладу. Дергаем. И в конце, когда выходим на седьмой лад, дергаем только третью флажолет. Флажолеты ставим, просто прикасаемся пальцем к струнам, не надавливаем, кладу не прижимаем, просто касаемся напротив вот этого лада седьмого, где железка, да, где железный этот элемент, все, он звучит. Аккорды проигрыша. Три аккорда. Соль, Ж, значит, третий лад, шестая струна, вторая и первая, и второй лад, пятая. Делаю щипок, щипаем бас шестой и три струны, четвертую, третью, вторую. Следующий аккорд. Второй лад. Пятая струна. Третья. И на третьем ладу вторая, первая. Но первая у нас не звучит. Первую вообще можем не зажимать. У нас звучат в басу пятая струна. И, соответственно, щипок тех же струн. Четвертая, третья, вторая. Третий аккорд. На втором ладу четвертая струна, на третьем ладу пятая, третья, ой, на третьем ладу пятая, вторая.
Получилось. Вот такая красивая фишка. Дергаем открытую четвертую. Прижимаем ее на втором ладу. Дергаем, прижимаем. Дальше дергаем третью открытую. Да, дергаем третью открытую и четвертую открытую. Получается четвертая, открытая, закрытая. Третья открытая, четвертая открытая. То есть нужно сильно зажать пальцем, чтобы этот звук получился. То есть я здесь дергаю один раз, а второй звук от того, что я вот этим пальцем на левой руке зажимаю струну. И переходим к куплету. Странное чувство. Тут часто аккорды меняются, поэтому вот буду показывать вместе с текстом. Странное чувство, какой-то вины. Четыре аккорда. Первый аккорд у нас звучит. Четвертая открытая, третья струна зажатая на втором ладу и вторая струна зажатая на третьем ладу. Звучат три струны. Странное чувство. Дальше мы переставляем. Значит, у нас звучит второй аккорд таким образом, что четвертая струна зажатая на втором ладу, третья открытая и вторая струна зажатая на третьем ладу. Странное чувство какой-то вины. Какой-то третий аккорд, да? Зажимаем в басу пятую струну на втором ладу. И дальше у нас звучит третья струна открытая и вторая зажатая на третьем ладу. Здесь бас переходит пятая струна, третий лад. Там остается также открытая третья, вторая зажатая. То есть фактически в этих аккордах во время песни звучат три струны только одновременно, щипок. Странное чувство какой-то вины. Мы так редко бываем с тобой вдвоем. То же самое, да, крутится. Стоят разведенными наши мосты, и каждый замкнулся на чем-то своем. Четыре раза прокрутили и переходим дальше. На чем-то своем. Взгляни мне в глаза. Соль, значит, звучит бас, шестая струна на третьем ладу. Там также звучит третья струна открытая, вторая зажатая на третьем ладу. Здесь второй аккорд получается бас, шестая струна, второй лад. Третья струна, второй лад. Вторая струна, третий лад. Сейчас текст вспомню. Странное чувство какой-то вины. Мы так редко бываем с тобой вдвоем. Стоят разведенными наши мосты. Каждый замкнулся на чем-то своем. Взгляни мне в глаза. Это мы разобрали. Не бойся, смелей. Вот не бойся. Это у нас пятая струна на третьем ладу, четвертая на втором,
третья открытая, и вторая на третьем. Не бойся, смелей. Ре мажор вернулись, да. Четвертая открытая, третья на втором, вторая на третьем. Не бойся, смелей, ты почувствуешь сразу, станет теплей, и вспомни о том, как однажды сплелись. Новый аккорд здесь, да? Сплелись. Ми минор. Пятая струна на втором. И вторая струна на третьем. Сплелись. И дальше. Драконы наших страстей. Драконы. Дракон, дракон, драконы. Драконы наших страстей. Очень красиво. Драконы. В басу. Пятая струну дергаем. Пятая это у нас зажатая на втором ладу. Четвертая струна зажата на четвертом ладу. Третья открытая. И вторая на третьем ладу. Драконы наших. Здесь только бас поменяли, да? Бас теперь зажат. Пятая на третьем. Пятая струна на третьем ладу. Все остальное осталось. Драконы наших страстей. Ре мажор, да? Вернулись. Опять бас четвертая открытая. Третья на втором. Вторая на третьем. Первая на втором. И мизинцем. Опять мы как бы им играем. Один раз дергаем. И он сам играет. Этот прием нужно освоить. Ну и дальше начинается проигрыш. Такой в стиле фингерстайл. Зажимаем в басу шестую, дергаем вторую струну, зажатую на, как бы сначала открытую, а потом прижатую на первом ладу. Сразу, да? То есть мы делаем этот прием, глушим и сразу аппликатуру меняем. Пятая струна на втором, первая на пятом. Та-та. Пятая, пятый лад, третий лад. Мажор, да? В басу, значит, пятая струна на третьем, четвертая на втором и вторая на пятом. Ре мажор с мизинцем опять, то, что проходили. Здесь звучат вторая на третьем и третья на втором. С вами был Антон Крашенинников, и мы делали разбор песни «Идиллия» группы «Чиж». Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо! Пока.